метров едет, я вижу двух-трех спортсменов. Интересно, интересно. То есть три спортсмена сейчас рядом бегут. Остальные тоже появляются на горизонте. Ну что ж, я вижу, что примерно 10 лидирующих команд уже показались. Уважаемые девушки, стартующие второй этап, смотрите внимательно. Я буду стараться называть номера спортсменов, которые бегут. Что ж, мне кажется, лидирует номер один Кирилл Чернов. Физический факультет. Хороший отрыв он делает для физика. Ярослав Жуков настигает на финише. Буквально 4 секунды будет отрыв. Что ж, географы пускаются в погоню за физиками. И сборная выпускников, и Савелия. Вот как он показывает, надо бегать. Смирнов Кирилл, как ветераны спортивные рядышка. ФНМ 16-м. Ну что ж, 9-й номер, 13-й, 26-й, 14-й, 10-й, 8-й, 5-й, 7-й. Это химики. 12-й, 29-й, 21-й, 20-й и 4-й. Тоже большая группа бегунов в борьбе передали заветные палочки. Спортсмены, бегущие первый этап, продолжают прибывать, продолжают передавать эстафету. Финишная борьба идет. Отличная, яркая. Кто-то раскладывает силу так, чтобы сэкономить и сделать финишный рывок. Кто-то сразу бежит. Тактики у всех могут быть разные, но понятно, что все стараются показать максимальный результат. Увидим Кирилла Чернова, который вы.